очень важные вещи. Это всех учителей. Особенно было приятно, что у Васильева, министра образования, отметила, что наш регион выступил с инициативой первой сделать региональный наш проект, который, как она сказала, войдет в основу закона федерального. И это, конечно, и приятно, и гордимся этим. Это, конечно, очень важно. И очень важны те 10 пунктов, которые в этом проекте, как я поняла, уже во втором варианте после обсуждения рассмотрены. Но особенно это важно и для молодых учителей. Ну и, в общем-то, мы всегда соблюдали принципы старшее поколение, те, что там изложены для учителя, кодекс чести учителя. Законодательно приняты новые вот эти вот педагог-методист, педагог-экспериментатор, педагог-наставник. И очень хорошо, что учителя получат материальную поддержку какую-то в этом плане. Я думаю, что это очень все полезно. И особенно вот все, что сказано о принципах и этике учительского труда, это будет полезно в работе с молодыми учителями.